Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Даниил в львином рву и Аввакум. Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жнецам. Но ангел Господень сказал Аввакуму: «Отнеси этот обед, который у тебя, в Вавилон, к Даниилу, в ров львиный». Аввакум сказал: «Господин, Вавилона я никогда не видал и рва не знаю». Тогда ангел Господень взял его за темя и поднял его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего, и возвал Аввакум и сказал: «Даниил, Даниил, возьми обед, который Бог послал тебе». Даниил сказал: «Вспомнил ты обо мне, Боже, и не оставил любящих тебя». И встал Даниил и ел. Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.